Минувшей ночью на севере Парижа в многоквартирном жилом доме произошел пожар, унесший жизни 8 человек. Расследованием инцидента занялась уголовная бригада префектуры столичной полиции. После опроса первых свидетелей и просмотра записей камер видеонаблюдения был задержан подозреваемый в умышленном поджоге. С самого начала полиция заподозрила, что этот пожар – дело рук злоумышленников. Примерно в 2:30 в холле дома загорелась бумага. Мы вмешались и быстро ликвидировали пожар. Потом проветрили помещение. Ничего подозрительного мы на месте не обнаружили и уехали. Но спустя 2 часа на пульт дежурного поступил сигнал о новом возгорании уже на лестничной клетке по этому же адресу, и мы вернулись. Огонь полыхал сразу на нескольких этажах. С ними вели борьбу более 100 пожарных. В общей сложности из объятого пламенем дома пожарным и спасателям удалось вывести 7 человек.